Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас влог. Сегодняшний мой день начинается с макияжа. Я купила себе вот такую новую тональную основу. Стоила она всего 21 манат и заказала я ее с Trend Yol. Ну и как всегда, по традиции, самый светлый тон. Естественно, мне немножко темноват. Сейчас он достаточно на хайпе, поэтому решила взять. И еще также на Trend Yol заказала вот такую пудру от NYX. Ссылки все будут в описании под видео. Так как я и так за доставку платила, поэтому еще взяла краску для волос для мамы. Сегодня я планирую снять очень много контента, также короткие ролики, шотс, поэтому делаю макияж. Пока что делаю совсем легенький, потому что мне не терпится распаковывать посылку от Тему, которая пришла вчера, и сегодня у меня уже прям руки чешутся, хочется поскорее все это дело распаковать. Также мне нужно сегодня будет заплатить за кредит, точнее ипотека моей квартиры, внутренний кредит, называйте как хотите. В общем, мне нужно поставить денежку на карту. Так как, к сожалению, мой кредит идет не совсем как кредит, я просто кидаю определенную сумму на расчетный счет этого МТК, то есть компании, у которой я купила недвижимость. Поэтому, к сожалению, каждый раз мне приходится снимать со своей карты эту сумму и кидать на карту этого банка и делать перевод. Кстати, видела в комментариях, некоторым интересно, какой у меня ежемесячный платеж. Для кого-то он может показаться большим, но учитывая, что сумма разделена на 36 месяцев и 50% я уже заплатила, у меня ежемесячный платеж 1550 манат. Признаться честно, сначала очень боялась, что не смогу заплатить подобную сумму, потому что мне еще нужны деньги для жизни, для съемки контента и всего остального. Я думала, что я во всем прям буду себе отказывать и урезать, но нет. Когда на тебе висит долг, ты становишься более ответственным, организованным и больше работаешь. Поэтому наоборот, у меня как-то просмотры выросли и как-то все хорошо пошло. Кстати, как всегда, повторяюсь как попугай, ссылка на приложение Тему будет в описании под видео. Если вы скачаете приложение по моей ссылке, то получите пакет купонов, которым можете пользоваться каждый раз при заказе. Подписчики не дадут мне соврать, по моей реферальной ссылке получается намного выгоднее. Ну и также после скачивания приложения в течение 24 часов вы можете использовать мой промокод, который дает дополнительную скидку в размере 30% плюс ко всем остальным плюшкам. Кстати, его вы сейчас видите на своем экране, вы его можете использовать только один раз, поэтому не упустите свою возможность, потому что вам тоже будет это очень полезно. А мы с вами начинаем распаковочку. Как вы знаете, я очень давно сама себе делаю ногти. Есть один атрибут, который очень важен для нашего с вами здоровья, но я его до сих пор не купила. Когда последний раз делала ноготочки, снимала для вас, и, кстати, многим понравился результат. Итак, перейдем к пылесосу. В зависимости от расцветки цена меняется. Мне кажется, это очень странным. Я купила за $17, но, возможно, возможно, у вас цена другая, так как, возможно, мы с вами живем в разных странах. Еще плюс я купила во время скидок. Сейчас, к сожалению, его в продаже нет именно этой модели, которую я купила, но есть другие. Поэтому, к сожалению, оставить артикул я вам не могу, но если вы поищите в Тему, вы можете найти похожие. Здесь самая обычная европейская вилка, и мне, кстати, качество очень понравилось. Я уже его использовала. В конце видео мы с вами будем делать мне педикюр, как раз затестим его. Сделал он сразу видно очень качественно, хорошее качественное железо. И также в комплекте здесь давалось два мешочка, но также на Тему есть дополнительные мешочки, которые вы тоже можете купить. Я не знаю, они используются одноразово или нет. Я уже один раз использовала, потом встряхнула и буду пользоваться еще. Не думаю, что каждый раз нужно брать новые, хотя, возможно, мастера меня исправят. Пишите обязательно в комментариях ваше мнение. Слышала, что многие не рекомендуют покупать одежду на Тему, потому что она некачественная, она маленькая. И, кстати, на эту кофту особо не было отзывов, но я решила рискнуть, потому что она стоила всего $5. Скажу сразу, не буду томить, я просто в восторге от этого качества. Здесь настолько крутой стрейч. И как хорошо, что я не взяла на размер больше, потому что даже это мне немножко большевато. То есть я взяла S, но, как вы видите, очень классно тянется. Уже успела сходить в заведение, вот с правой стороны вы видите. Эту модель можно носить и летом. Кстати, вот летом один раз я ее уже носила. Также можно и зимой, так как я живу в Азербайджане, у нас сильно холодно не бывает. Рукав здесь идет с перчаткой. Мне кажется, чуть-чуть слегка мне большевато. Может быть, на размер, если было бы меньше, сидела бы точно так же, как и на картинке. До этого я рискнула, джинсы себе заказала, которые мне понравились. Тоже сели хорошо. Так что все-таки одежду я заказывать буду, потому что мне нравится качество. Жаль, что представлено только в одной расцветке. Итак, следующее,
что я заказала. Nail art. Я очень люблю всякие атрибуты для ноготочков. Хотя я не мастер, делаю только себе. У меня все равно огромное желание это все скупать. Если вы помните, в последнем влоге как раз-таки с распаковки тему я там вам показала водные слайдеры, которые я купила. Взяла сразу набором 30 штук, по-моему, что-то около $2. Хотя у нас каждый стоит по манату. То есть покупать на маркетплейсах подобные вещи получается безумно бюджетно. Я когда только-только начала заниматься ноготочками, я с Алиэкспресс такой набор заказала, где-то состоящий из 40 штук, и вот на протяжении 4 лет я ими пользуюсь, и прям с удовольствием, они не испортились. Просто на протяжении этого периода я там подружкам немножко подарила, некоторые использовала на протяжении этого времени, осталось не так много, поэтому решила обновить. Эти тоже хорошего качества, кстати, подобный альбом очень советую мастерам ногтевого сервиса. Все дизайны прям перед глазами, очень легко сделать выбор. Вот этот влог тоже снят для азербайджанского канала, но я решила переводить их и публиковать на этот канал тоже. Я заметила, что вроде здесь тоже люди смотрят, почему бы это не делать? Почему я это не делала раньше? Я заполнила весь альбом, но я хочу заказать еще один наборчик, и он тоже поместится в этот же альбом, потому что осталось места просто куча. Вот вы порой, возможно, думаете, что Айка заказывает очень много ненужных вещей. На самом деле, потом уже на протяжении нескольких лет я продолжаю пользоваться этими вещами, которые когда-то заказала. Оригиналы этой расчески я дарила подружке на Новый год. Ей, кстати, очень понравилось. А себе, пожалуй, я купила подделку. Просто, знаете, на пробу вообще разные расчески я пробую. И мне очень сложно подобрать, так как у меня длинные волосы. Предпоследняя расческа, которую я купила, она мне совершенно не понравилась. Поэтому взяла эту. Я вот еле себя сдерживаю. Самое любимое у меня на подобных маркетплейсах — это все, что связано с ноготочками. Я купила себе гель. Как я вам говорила, при покрытии гель-лака обязательно, не в зависимости от длины, я всегда укрепляю ногти гелем. Этот очень маленький, здесь всего 5 мили, но я об этом знала и специально заказала в таком объеме. И открывать мы его, пожалуй, не будем, потому что у меня уже в открытом состоянии 2 геля от Runail в большом объеме, там 15 мили. Наверное, если вы мастер, то такой маленький объем вам не подойдет, но для меня вот эти большие, они слишком большие, потому что один мне хватает на 1.5 года. И у меня сейчас в открытом состоянии уже около 2 лет вот эти 2 геля. Потому что последнее время я чередую, то я делаю сама, то я иду в салон, а последнее время очень часто иду и делаю в салоне. Точнее, последние 3 месяца делала не сама, поэтому они у меня залеживаются. Когда бывает очень жарко, они становятся липкими, и порой мне хочется просто другой цвет геля. Поэтому думаю, для таких людей, как я, лучше брать вот такие маленькие объемы, и там есть даже сет, где разные цвета, маленькие объемы по 5 мили. В следующий раз хочу себе заказать такой набор, состоящий из 10 разных оттенков, и просто в закрытом состоянии их оставить, пока что закончить эти, а потом уже перейти к ним. Мой стоматолог советует раз в полгода обязательно менять щетку, поэтому я решила купить сетом. Иногда бывает, что подруга приходит с ночевкой, предложить нечего, поэтому решила, что дома понадобится, возьму, пожалуй. Весь этот набор стоил ровно столько же, сколько стоит у нас одна щетка в супермаркете, и не особо дорогая. Я взяла среднюю жесткость. Это видео я озвучиваю немножко позже, поэтому уже неделю пользуюсь этими зубными щетками, точнее одной, и мне очень нравится качество, от души вам могу посоветовать. Ну а так, на тему есть разные щетки, разные сеты, в общем, чем больше щеток в сете, тем дешевле получается одна штука, так что если нужно, лучше брать, конечно, оптом, сразу много. Жена брата тоже начала заниматься ноготочками, и у нее тоже очень много разных цветов, и она мне сказала: это не покупаю, у меня есть, если что, бери цвета у меня. Мы с ней чем-то похожи, у нее тоже в коллекции есть цвета, которыми она ни разу не пользовалась. Но я, естественно, решила заказать себе ярко-фиолетовый, который немножко меня разочаровал. Мне кажется, на картинке он выглядит ярче, хотя на видео кажется такой же цвет, но на самом деле он немного светлее. Мне, если честно, не очень понравился цвет. Вообще очень сложно угадать оттенок именно на маркетплейсах. И помады, и вот эти вот гель-лаки цвет немножко отличается. Точнее, он бывает немножко светлее. Гель-лак стоил $1.5, но он очень маленький. Здесь 8 мили, как раз то, что надо. Как вы знаете, девочки, я особо наращивать ресницы не люблю, потому что мои реснички сами густые и красивые. Я на постоянной основе пользуюсь тушью от Essence уже, наверное, где-то 4 года. На тему представлен магазин Мислин. Мислин — это косметика, которая продается и у нас в магазинах, и там есть официальный магазин. Поэтому я решила попробовать у них еще и тушь. Тут почти каждый день пользуюсь хайлайтером, который заказала тоже с тему, тоже от Мислин. Очень мне нравится.
нравится, поэтому давайте затестим тушь. Я уже нарисовала стрелки, на мой взгляд, они получились идеально ровные, и именно такие, какие мне нравятся. Кстати, в последнее время наконец-то я научилась рисовать стрелки, у меня закончилась последняя моя подводка от Golden Rose, которую я покупала штуки 7-8 на запас. Теперь где искать именно такую подводку, я честно не знаю. Но если найду, я сразу опять куплю 7-8 штук, как сделала 4 года назад. И потом на протяжении всего этого периода я пользовалась ими. Кто помнит и смотрит мои распаковки с Trend Yol, вот, например, я зубную пасту заказала себе 10 упаковок и вот пользуюсь ими тоже. Так что хомячок я еще тот. И вот один глаз уже накрашен. Как вы видите, разница, на мой взгляд, существенная. Мне нравится, но все-таки к Essence я, наверное, больше привыкла, но это тушь тоже достойная. И, кстати, не вздумайте покупать ее по полной стоимости, потому что полная стоимость 15 манат, а иногда она падает на скидку, точнее, бывает на скидке всего около 3-4 долларов. Вот берите тогда. Потому что я была в шоке после того, как я купила румяна, они потом подорожали, и я была в шоке от цены, поэтому обязательно нужно смотреть, когда скидки, и брать именно в момент скидок. А вот такой вот у нас результат. Мне кажется, получилось очень даже красиво. И последнее приобретение из моего заказа — это самая обычная мочалка, которая продается в любом супермаркете по той же самой цене, что и на тему, но я просто тут добавила в корзину, думаю, пусть будет. Этой мочалкой я пользоваться не буду, просто оставлю на запас. Если подружка придет, например, с ночевкой или кто-то из гостей, из деревни и так далее захочет искупаться, предложить новую чистую мочалку и потом подарить этому человеку. В общем, девчат, знакомьтесь, это гостевая мочалка, стоила она меньше доллара, но она также стоит везде, в принципе. Я люблю такие мочалки с гелем для душа, они пенятся просто отлично. Цвет, по-моему, выбрать было невозможно, там было несколько цветов, и, в общем, присылаю тебе на бум что-то. А на этом все, это был весь наш с вами заказ, к сожалению, но еще в пути есть пару заказов. А мы с мамой сегодня вечером хотим заглянуть к Первани, к брату на чаек, а пойти купить тортик и посидеть, погонять чаи. Давненько мы туда не ходили, поэтому я выбрала вот это платье. Признаюсь вам честно, когда я ношу слишком длинные платья, я чувствую себя некомфортно. Не обращайте внимания на шум, вот я записываю сверху звук, и у меня соседи сверху, наверное, завели коней. Я не знаю, кто там скачет настолько и прям сильно. В общем, с собой я беру вот эту сумочку. Это, кстати, оригинальная сумочка от Versace Jeans Couture, и она идеально подходит под мое платье. Кто живет в Азербайджане, девочки, это мой любимый магазин со сладостями, супермаркетов, то, что продают, мне абсолютно не нравится, и это любимый торт моей мамочки, но мне он совершенно не нравится, мне нравится вот этот торт, но, к сожалению, этот торт не любит мама, то есть от слова совсем, поэтому мы решили ни тебе, ни мне, поэтому решили взять вот этот торт, к которому нейтрально отношусь и я, и мама. Он такой с кислинкой, с ягодами, вкусный, неплохой, но не прям настолько вкусный, как мой любимый тортик, но все же мы его решили взять. Вообще, раньше я гораздо чаще ходила к брату, потому что мы живем в одном дворе, это очень удобно, когда они только переезжали. Я не представляла, насколько это будет удобно. То есть, например, он едет в деревню, спрашивает, возможно, что-то нужно отвезти, да элементарно, что-то дома нету, например, интернета нету, света нету, воды нету, я иду к ним, но обычно, когда у нас нету воды и света, у них его тоже нету, к сожалению. Ну или я просто голодная, раньше я очень часто к ним заглядывала, последнее время не настолько часто, потому что у меня, девочки, кредиты, долги, мне нужно это все отдавать. Еще в моей квартире такой небольшой сюрприз для меня, в стене, стена становится влажная, там в стене, короче, нужно вызвать сантехника и, в общем, рушить стену, в общем, проблем дофига, как всегда. А в этом платьишке, вот я смотрю на себя, вот я не чувствую себя комфортно в такой длине, мне кажется, я такая, знаете, тетя. Посидели мы где-то 3-4 часа и двинулись домой. И первое, что я делаю, естественно, переодеваюсь, одеваю что-то балахонистое. Дома не могу находиться в одежде, в которой я хожу на улице или в чем-то обтягивающем. И именно когда я снимаю уборки, мне пишут, почему ты такая худая, одежда на тебе висит, нельзя найти размер. На самом деле, девчонки, можно просто дома в свободном настолько удобно, что я не могу.
Ну а теперь мы с вами наконец-то переделаем педикюр, потому что этот я делала 2 месяца назад. И он сильно отрос, и если оставить длину ногтей, получается очень красиво, но мне неудобно. Скоро уже переходить на кроссовки, и поэтому с этой длиной никуда, поэтому длину мы, к сожалению, вынуждены убирать. Ну а пылесос просто идеальный. Это нужно было сделать давно, потому что действительно очень необходимая вещь. А то у меня раньше пыль во все стороны, и вот постоянно планировала купить, и каждый раз откладывала эту покупку, откладывала. А сейчас я понимаю, что очень-очень зря. Педикюр у нас тоже готов, правда, я немножко порезалась, раньше такого не бывало, просто я хотела процесс заснять, немножко отвлеклась, и вот такой вот результат у нас с вами получился, теперь будем делать покрытие, подробно я снимать не буду, потому что и так понятно. И, девчонки, вот такой вот результат. Я, конечно, хотела, чтобы этот гель-лак был потемнее, но, к сожалению, получилось как получилось. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайки и ждать мукбанги. Постараюсь как можно больше контента для вас снимать.